Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Знаете, сегодня я хотел с вами поговорить о том, приобрели вы домой щенка. С чего нужно начинать именно момент дрессировки. С собакой, с животными мы работаем, как во всех видах тренировок, дрессировок, на подкреплении. То есть подкрепляем нужное поведение, не подкрепляем ненужное поведение. У нас есть три вида подкрепления. Условное подкрепление, положительное подкрепление и отрицательное подкрепление. Вот как только вы принесли домой щенка, вы должны выработать условное подкрепление. Условное подкрепление — это то, когда вы собаке говорите «да, правильно». Любое правильное действие, которое будет делать у вас собака, она должна подкрепляться именно дистанционно. Не когда вы даете, вот смотрите, вот положительное подкрепление. Да, я даю кусочек еды. И мое слово «да» — это уже условное подкрепление. Не всегда так будет получаться, что я могу давать кусок еды собаке. Например, когда я дистанционно ее усаживаю или укладываю. Поэтому я должен закрепить какое-то одно слово, которое будет означать любое положительное действие. Итак, в моем случае это будет маркер «да». Вот начало дрессировки должно быть очень вкусное, очень хорошее и очень положительное. То есть смотрите, любое, как привязать вот это вот «да» к тому, что собака делает правильно. Ничего проще нету. Самая вкусная дрессировка на свете – это условное подкрепление. Собаку ничего не надо заставлять делать, нужно просто ей говорить «да» и давать кусок еды. Какой размер куска еды должен быть? Чем меньше, тем лучше. Для того, чтобы как можно большее количество повторений вы смогли делать. В качестве лакомства я использую вот такой итальянский корм «Галоси». Этот корм наиболее оптимально подходит для моей собаки. Он сейчас Маруся находится в стадии роста, да, суставы формируются. Он содержит все необходимые макро-микроэлементы, витаминные комплексы, хондропротекторы для развития суставов. И размер гранул, который был разработан именно итальянскими учеными для того, чтобы чистить зубной налет. Гранулы имеют трехугольную форму. Также содержится здесь очень много дополнительных других вещей. И в качестве лакомства, смотрите, размер лакомства какой. Вот такой вот размер лакомства. Он подходит именно для тренировок собак. Итак, мы с вами заряжаем сумочку. Я заряжаю сумочку кормом «Галоси». Маруся очень сильно любит его. Беру в руку и говорю: да, да, да. Ничего не заставляю собаку делать, даже в глаза не заставляю смотреть, для того чтобы она концентрировала свое внимание. Маленький щенок очень любит такие дрессировки, тренировки. Это даже дрессировкой-то не назовешь. Но мы с вами делаем очень важный момент. Да, 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 да. И впоследствии, когда мы с вами просто будем говорить слово «да», собака будет понимать о том, что она сделала все правильно. То есть вот это вот начало, это основа, это база. То есть есть у нас виды подкрепления, я повторюсь. Первое подкрепление — это положительное, когда вы даете именно кусок еды, либо играете с собакой в зависимости от мотивации ее. Второй вид – это условное подкрепление, когда вы просто говорите «да», но не можете физической возможности дистанционно. Допустим, вы находитесь с собакой, не можете дать ей кусок еды, вы говорите «да», но перед этим вы провели вот такую вот работу. «Да, кусок еды. Да, кусок еды». Вот наше первое занятие, которое вы должны провести с щенком. Делать это нужно будет примерно... ну, 3, 4, 5, 6 во время кормления собаки. Щенок маленький, кормим его до 6 раз в день, да. И вот каждое кормление можете начинать именно с условного подкрепления. Делайте это периодически.
течение недели вы научите собаку маркеру «да». Все, что я вам хотел сказать на сегодня. Итак, еще раз вам хочу сказать о том, что я в качестве лакомства использую итальянский корм «Голоси», который имеет очень широкую линейку кормов в своем составе. И ссылку на сайт производителя вы можете найти в шапке моего канала, а также ссылки под этим роликом. Всем спасибо, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. И моя подопечная Маруська, которая маркер «да» знает очень хорошо. На следующем занятии мы с вами поговорим о таргет-тренировке. Таргет в переводе с английского «мишень», то есть куда я показываю пальцем, туда у меня собака, собственно говоря, и идет. Да, Маруся? Например, тумба, Маруся. Да. Тумба. Да. Тумба. Да. Всем пока.